Потрясенный смертью молодого человека, его однокурсник сегодня сделал шокирующее признание своей матери. Он сказал, что вместе с погибшим какое-то время принимает особые медицинские препараты, которые, в принципе, продаваться должны только по рецепту врача. Они действуют как наркотик, но достать их студентам не составляло никакого труда. В нашем эфире обращение мамы юноши к общественности. По понятным причинам женщина не показывает своего лица, а ее голос изменен. От него я узнала информацию, что умер мальчик. Мальчик – единственный сын у мамы. Вот. Мой сын общался с ним, и он как бы в курсе, от чего он умер, что он перед этим делал. Мой сын, потрясенный смертью человека, которого он знал, признался, что они покупали капли глазные и применяли их совершенно не по назначению. Если их применять совсем не по назначению, то от них совершенно идет другой эффект, наркотический эффект. Вот. Еще они покупают таблетки. Эти таблетки, которые они принимают, тоже такой довольно серьезный препарат для лечения эпилепсии. Вот. Вообще, как бы я поняла, что их только в медицинских учреждениях дают больным. Вот. Эффект, значит, от этих таблеток вообще как бы ватные ноги, замедленная речь. Он мне сказал, что в городе, значит, это лекарство очень трудно достать. И одна единственная аптека, которую, по крайней мере, они знают, торгует вот этим препаратами. Вот. И назвал название, значит, аптеки, сказал, где. Женщина рассказала, что подозревала своего ребенка в том, что он употребляет какие-то препараты. За последнее время поведение сына заметно изменилось. Из веселого и разговорчивого он превратился в замкнутого и угрюмого. Юноша сильно похудел. Первый звонок, который год назад не насторожил маму этого молодого человека, но сейчас может помочь и другим родителям, это то, что у сына появились новые друзья. Они не хотели со мной идти на контакт, пытались всякое разное скрыться от меня, не показывать свои лица. Когда он приходил домой, значит, я видела, что он как в неадекватном состоянии, ну, тоже как бы речь заплетается, значит, глаза блестят, но не пьяный. Я всегда принюхивалась, но он был не пьяный, и он говорил: «Мама, тебе все кажется». Ну, в его компании очень много детей принимают вот эти капли.